Здравствуйте, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня мы едем на награждение, будут награждать Олю с ее первыми преподавателями. Это Зиновьеву Светлану Владимировну будут награждать и Терентьеву Валентину Владимировну. Она у нас является тьютором. Мы немножко, конечно, ошиблись, сообщали место награждения по телефону, и мы изначально пришли в детскую библиотеку, но награждение находилось именно уже во взрослой библиотеке, поэтому мы немножечко задержались, и нас уже позже всех поздравили. Здесь все присутствующие много уже знают о туризме, так как приняли участие в таком конкурсе, да? И мы хотим с вами отправиться в небольшое путешествие, ответить на несколько вопросов, викторины. Какой же турист без рюкзака? Вам нужно сложить в этот рюкзак все самое необходимое, но не как попало, не как попало. А как вы считаете, что будет удобно нести, чтобы не разбилось, чтобы не помялось? Чтобы не давило вам спину, нужно отлепить сзади бумажку, двухсторонний скотч. Если раз приклеить, второй раз уже не сможете. Так что сначала подумайте. Ну, а мы, чтобы не мешать нашим участникам и не отвлекать их, с вами продолжим. И ответим на ряд вопросов. Верен ли следующий вывод? Чем дальше от спины отодвинуть рюкзак, тем тяжелее его нести. Да или нет? Правильный ответ – да. Какие вещи нужно положить поближе к спине? Мягкие и ровные. Вот мы вам подсказываем, кто нас сейчас слушает, мы вам прям подсказываем. Как с рюкзаком легче идти? На спине? Ну, на спине. А как легче идти? Прямо? Правильно, слегка наклонившись вперед. Почему в рюкзаке для хлеба определяется место сверху? Чтобы он не помялся. Правильно, чтобы не помялся, не крошился. Определите место в рюкзаке для сыпучих продуктов. Сверху, посередине, снизу. Вообще-то посередине. Где в рюкзаке должны находиться самые тяжелые вещи? Неправильно, под лямками вверху. В чем измеряются размеры рюкзака? Ладно, подскажу, в литрах или в килограммах? В литрах. Ну что, наши участники готовы? И сейчас мы попросим Лилию Дмитриевну, она поблагодарит наших участников и вручит подарки.
Дима, голосуй. Еще одну кепочку, пожалуйста. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы поучаствовали в нашем конкурсе. Мы очень рады, что сегодня с вами были. Надеемся, что вы будете еще участвовать в наших мероприятиях. Я вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, видного неба, здоровья, всего самого доброго. А книжки, которые мы издадим, мы вам обязательно позвоним и подарим. Спасибо. Спасибо. На этом наше мероприятие закончено. Жетончик. Очень хорошо и весело. Мы конкурса, а подарки-то две кепки, какие-то творческие штуки, двух блокнотов, двух ручек и пачка мастеров. Давай покажем, да? Открой пакетик, и мы посмотрим, что там у тебя. Вот кепочки, это участвовали в конкурсе кепочки. Так, вот там есть игра, книжка. Ну, дальше не будем раскрывать, да, фломастеры, держи. И покажи блокнот. Уже и блокнот, да. Показывай грамоту. Грамота вот такая. Хорошо, постави ее, чтобы было видно. Нет, к себе прижми. Вот так награждается победитель районного конкурса детского и юношеского творчества «Чернянка туристическая глазами детей» в жанре эссе. Вот. Мы будем участвовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и пока-пока!